Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Это передача «Академия на грядках». И сегодня, в разгар лета, наш педагог Елена Сергеевна Целютина, председатель клуба «Академия на грядках» Дворца культуры «Нефтехимик», расскажет, как вырастить красивые и вкусные плоды земляники. Людмила Васильевна, а при чем тут помидоры? Да, вот мы не случайно оказались в вашей помидорной теплице, потому что наших телезрителей интересуют такие вопросы по поводу выращивания помидоров. Вот почему не завязываются томаты? Да, Людмила Васильевна, мы очень часто говорим про томаты, и несмотря на это, постоянно идут какие-то вопросы. Вопросов много. Почему не завязываются томаты? Вот если посмотреть на наши томаты, они практически завязались все кисти. А вот я вам сейчас, Людмила Васильевна, вот посмотрите. Вот у нас куст. Мы же постоянно что-нибудь проверяем. Кому-то что-то нравится, нам интересно проверить, а как это действительно растет. И вот растет как? Внизу завязался один помидорчик. Большое количество кистей у нас не завязалось, и начали завязываться только небольшие плоды. Вот где почти наверху. Это свойство сорта. И поэтому, если у кого-то не завязываются плоды на томатах, вы ничего не сделаете, не помогут никакие обработки, ничего. Просто на следующий год вы их не выращиваете у себя на огороде. Толку от этого никакого не будет. Надо выращивать только то, что дает хороший высокий урожай. Понятно. Еще какие? Елена Сергеевна, и вот такой вопрос. Выросли помидоры в теплице очень высокие, уже не входят в теплицу. Что делать? Прищипывать рано пока еще. Конечно. Если сейчас прищипнуть наши растения, то мы просто-напросто потеряем урожай. Потому что прищипывать мы будем немножечко позже. А сейчас что надо сделать? Наши растения надо припустить. Вот обратите внимание, у нас по коньку примерно 2,5 метра. Я, конечно, никогда туда не смогу подняться, это очень высоко. А помидоры выросли уже до верха. Но прищипывать их рано. И что я делаю? Я их припускаю. Вот даже сейчас, обратите внимание, какое количество здесь кистей. Здесь около 14 кистей. Видите, сколько? Это у нас получерри, сливочка. Очень хорошая. Но урожай нам хочется получить как можно выше. Поэтому можно, конечно, я вот в другом месте вам покажу, что можно развязать сверху и опустить растение вниз. Но здесь очень сложно, вы понимаете, что подняться наверх, чтобы развязать и опустить растения. Поэтому что я делаю? Я развязываю вот здесь, где у меня было завязано, и переношу свой шпагатик повыше. И вот видите, я опустила, насколько свое растение. Вот дальше мы можем посмотреть. Мне иногда приходится приспускать растения примерно на 1 метр. Для того, чтобы все-таки завязывались как можно лучше верхние кисточки. Вот здесь теплица намного пониже, поэтому я развязываю шпагат. Шпагат должен быть достаточно длинный, чтобы можно было приспустить. И приспускаю растение. Вот обратите внимание, насколько я его приспустила. Вот у меня все плоды находятся уже внизу. Вон, видите, сколько кистей находится внизу. И вот какое количество у меня приспущено. Знаете, для того, чтобы не сломался у вас, для того, чтобы не сломалось растение, обязательно вы привязываете, чтобы обвязываете за каждой между узле. Елена Сергеевна, ну еще последний вопрос. Как прищипнуть? Вот это скоро надо будет делать. Но начинаем мы прищипывать примерно с 20 июля. Потому что наливается у нас плод примерно 60 дней. Если мы 20 июля с вами прищипнем последнюю кисточку, то у нас созреет примерно 20 сентября.
Поэтому ни в коем случае позже не стоит. Но прищипнуть надо правильно. Вот посмотрите, идет кисточка, и после кисточки идут три листика. Прищипнуть можно даже вот эту вот кисточку, но прищипнуть так, чтобы под кисточкой осталось у нас не меньше двух листочков. Видите, два листика, и прищипываем макушечку. Если мы уберем все листики, то вот эта вот кисточка у нас засохнет. Елена Сергеевна, ну давайте теперь перейдем к сладкой теме. Вот как все же правильно называется эта ягода? Ягода, Людмила Васильевна, называется земляника, потому что даже наш оператор спрашивает, чем отличается вот эта вот земляника от той, которая поменьше клубника. Клубника – это та ягода, которая растет в лесу, а у нас на грядках растет земляника. Поэтому многие говорят клубника, но это, конечно, еще и Виктория называют. Ну, Виктория – это сорт, поэтому это старинный сорт, да? Сорт, поэтому говорят, что Виктория. Понятно. Ну вот сколько на участке нужно посадить клубники, земляники? Земляники. Да. Но если мы все-таки для того, чтобы себя обеспечить вот этой вот вкусной ягодой, совершенно не надо садить ее много. Самое главное, чтобы были очень хорошие сорта, чтобы с каждого кустика можно снять большое количество ягод. Поэтому не нужны никакие плантации, нужны только хорошие сорта. Вот, кстати, каким сортам вы отдаете предпочтение? Вот я отдаю предпочтение. Я иногда даже не знаю, как называется сорт. Хороший сорт, самое главное, как говорят, лишь бы он рос у меня на участке. Но несколько лет тому назад нам с Барнаула, с института Лисовенко пришла ягода. Это Забелинская, Солнечная, Полянка, Фестивальная, Ромашка, еще несколько сортов. Поэтому это, конечно, хорошие сорта, которые действительно дают высокий урожай. Поэтому меня всегда удивляет, когда покупают на наших ярмарках большое количество посадочного материала, совершенно не зная, что из него получится. Поэтому советую, Людмила Васильевна, взять несколько усов, развести опытным путем, угу. Развести ее, но чтобы она действительно давала хороший урожай. Тогда с небольшой грядочки вы сможете обеспечить себя очень вкусной ягодой. Елена Сергеевна, а вот как за ней ухаживать, чтобы не было вредителей, болезней? Вот этот самый главный вопрос в том отношении, что ведь все-таки земляника у нас такая ягодка, ее обрабатывать нельзя. Да, потому что если мы ее начнем обрабатывать, значит, она будет содержать вредные вещества. И, конечно, мы потом ягоду будем применять в пищу не совсем хорошую. Поэтому самое главное, с чего надо начать? Надо начать с весны. Когда мы открываем только нашу ягоду, вот тогда это залог того, что у нас будет действительно ягода хорошая, она не будет болеть. Ее надо обязательно обработать мочевиной. Беру 2 стакана мочевины на 10 литров воды. Только она из-под снега, еще очень рано, вы проливаете раствором мочевины. Это дополнительно азотное удобрение. Она начнет очень хорошо развиваться и выйдет из состояния стресса. Прямо из леечки сверху, прямо, да? Из леечки сверху можно полить вот этими удобрениями. Еще что я должна сказать. На землянике бывают всевозможные вредители. Бывают болезни. Чтобы от них избавиться, что надо сделать? Надо полить посадки земляники горячей водой. Эта температура примерно 60 градусов. Это тоже весной? Это весной. Вот только вы не путайте. И мочевины надо поливать отдельно, и горячей водой. Ни в коем случае совмещать нельзя, потому что мочевины поливают только холодной. А горячая температура воды должна быть примерно 60 градусов.
градусов. Я даже не точно сказала, а точно 60 градусов. В лейку наливают кипяток, в лейке разбавляют, добавляют водой холодной до 60 градусов. Сейчас имеются специальные термометры, по этому термометру разбавляете до 60 градусов и поливаете свои посадки. При температуре 60 градусов вы уничтожаете и всех грибов, и всех вредителей. И в дальнейшем не придется вам обрабатывать никакими ядохимикатами. Ну, Елена Сергеевна, хорошо, а что сначала, горячей водой вот 60 градусов пролить или мочевиной? Это не имеет никакого значения. Совершенно. Ну, неделя разница должна быть. Да, это может быть несколько дней. Это может быть несколько дней. Вот когда начинает цвести ягода, ее могут поражать всевозможные долгоносики, которые полностью выедают все цветочки. Вот здесь обязательно обработайте кинмиксом. Кинмикс, он не только убьет всех вредителей, он еще является немножко и стимулятором роста. А для того, что когда вы обрабатываете ядохимикатами, добавьте экогель, это нарцисс. Он тоже является стимулятором роста. Как правильно посадить землянику? Какая земля должна быть? На каком расстоянии? Когда садить? В какое время лучше? Людмила Васильевна, очень хороший вопрос. Вот эту грядочку мы заложили в этом году весной. Но взяли очень хорошие усы. Ведь когда мы говорим, какие усы можно взять, это не имеет никакого значения. Можно взять даже самый последний усик, совсем маленький. У нас же размножение вегетативное, поэтому любой ус нам даст любой хороший урожай. Но если мы посадим крупный ус, который идет первый в прошлом году, конечно, мы дадим уже хороший урожай. Смотрите, первый год посаженное, уже какое количество здесь земляники. Но страшного ничего нет. Если у кого-то нет большого количества усов, можете посадить любые. Можно грядку закладывать как весной, так и летом. Вот это вот мы заложили ранней весной. Конечно, земля должна быть плодородная. Все говорят о том, что лучше всего земляника растет на глине, но в глину надо, конечно, положить еще достаточное количество перегноя, чтобы было хорошее питание. Расстояние между растениями. Если у нас на одном месте мы собираемся выращивать несколько лет, должно быть хотя бы 40 сантиметров. Видите, какая грядка? Грядка достаточно широкая, поэтому посадили по краю, вся середина у нас пустая. Это в каком отношении хорошо? Вот с этой грядки мы возьмем достаточное количество усов для размножения. Не надо загущать, конечно, но зато каждый ус, вот видите, у нас уже прижился усик, хорошо начнет расти, мы его возьмем на размножение. Но самое главное что? Ведь многие берут усы, неизвестно какие. Хорошо, что вот мы, допустим, знаем, когда мы берем усы, мы просто завязываем растение, что вот это у нас самое лучшее, с которого мы можем взять усы. Поэтому в дальнейшем у нас и урожай получается высокий. И берем, и на серединку, когда мы взяли усик, мы его в дальнейшем можем с вами пересадить. Но загущать, конечно, не надо, потому что вот в этом году нам-то дали немного, там 2-3 цветоноса, а в дальнейшем это может быть до 10-12 цветоносов. Елена Сергеевна, а поливать как землянику? Ну, поливает за нас, Людмила Васильевна, дождь. Когда земляника плодоносит, конечно, поливать ее ничем не требуется. Но очень часто вот идут дожди, и земляника гниет. Для того, чтобы все-таки избежать этого, что можно сделать? Возьмите, пожалуйста, подложите под землянику или поднимите ее, кладут сено для того, чтобы ягода
не была на земле. Но если большое количество у вас все-таки гнилой ягоды, гнилую ягоду надо убрать. Возьмите таблеточку Аллерина Б и Гамаира на литр воды и пролейте свои посадки. Это все-таки хорошо вас избавит от всех, не вас, а ваши растения избавит от грибных болезней. Но когда снимете урожай, обязательно надо полить горячей водой. Как я вам и говорила, температура должна быть 60 градусов. Это осенью уже, да? Не осенью, вот не осенью. В скором времени, но как закончится. В конце июля уже заканчивается плодоношение, поэтому обязательно все посадки надо пролить горячей водой, чтобы не было никаких в дальнейшем у вас болезней. И самое главное, для того, чтобы вы хотели на одном месте выращивать землянику долго, если только попадается плохой куст, выбрасывайте, нисколько не жалейте, оставляйте у себя на грядках только то, что только очень здоровые, хорошо, да? Здоровое, хорошо плодоносит, и ни в коем случае не берите усы с плохих растений. Елена Сергеевна, а вот еще на зиму как нам сохранить землянику? Но земляника очень хорошо сохраняется под снегом. Мы практически ее ничем не закрываем, но очень хорошо в марте прямо по снегу закрыть агрилом, чтобы она, ведь когда очень хорошо укрывает, она еще может выпрять. Это тоже нежелательно. А под агрилом она прекрасно у вас сохранится. В этом году была очень тяжелая зима, низкая температура, но я должна сказать, что у нас земляника прекрасно сохранилась. Перезимовала. Да. Елена Сергеевна, а вот на одном месте сколько она может расти? На одном месте земляника может расти очень и очень долго, если только вы будете постоянно следить за тем, чтобы, допустим, попался плохой кустик, вы его выбросите. Подсыпайте хорошую землю. Очень хорошо, если будете мульчировать перегноем. Тогда земляника, вот у нас была грядочка, на которой росла земляника больше 10 лет и прекрасно плодоносила. Ведь не у многих есть много земли. Иногда достаточно иметь у себя хотя бы вот такую небольшую грядку. Елена Сергеевна, огромное вам спасибо. Я думаю, что мы будем есть красивую, вкусную землянику. Ну, если постараемся, Людмила Васильевна, то все у нас получится. А 20 июля на площади Ленина у нас праздник цветов. Поэтому приглашаю всех 20 июля в субботу к 9 часам. И тех, кто хочет показать свои цветы, и тех, кто хочет и посмотреть, и приобрести. До свидания, уважаемые телезрители. Спасибо, Людмила Васильевна. До свидания.